Привет нашим дорогим зрителям. У нас необычный гость во многих отношениях. И при том, что в принципе в отрасли мы знакомы достаточно давно, но благодаря такому удачному стечению обстоятельств недавно встретились совершенно случайно во время одного из крупнейших оружейных аукционов в США, о котором, в принципе, уже было отдельное видео. Кому интересно, переходите, посмотрите. Действительно большое событие. И очень приятно, когда встречаешь старых коллег, старых знакомых. И у нас появилась идея провести некоторого рода, ну, какое-то совместное видео. По этой причине я хочу представить Ксению Борисовну. Она достаточно давно в оружейном бизнесе. И вообще говоря, в оружейном бизнесе очень много женщин. Как, в общем-то, может быть, не стереотипно это звучит. Ксения Борисовна, мой привет. Здравствуйте, Константин. Мы, наверное, вынуждены объяснить, почему там аватарка. Просто, как я говорил, в оружейном бизнесе люди работают по всему миру. Иногда у нас бывают в некоторых регионах своя специфика со связью, ну, поэтому, пардон, маленькие технические трудности. Слишком мы долго откладывали этот эфир. Итак, в этот раз мы хотели бы поговорить о такой для меня не совсем обычной теме, потому что в Штатах оружие нелетального действия, в общем-то, не так широко распространено. Ну, по крайней мере, тут принцип какой? Либо стреляй, либо не стреляй. А в то же время, для Ксении Борисовны это достаточно большой спектр ее работы, ее бизнес-интересов, и поэтому она предложила рассмотреть именно эту тему. Мне по-своему это тоже интересно. Я надеюсь для себя услышать что-то новое, пусть даже с моим немножко таким другим оружейным взглядом, но я думаю, разговор получится интересный. Поэтому приветствую и предлагаю, в общем-то, начать. Ну, наверное, я не знаю, мы будем избегать каких-то там политических оценок, моральных оценок, какого-то такого рода щепетильных моментов, а поговорим, как обычно мы это стараемся делать, с технической стороны. Что же это из себя представляет? Поэтому, наверное, мой первый вопрос, что это такое, какое оно бывает? Можно ли его там разложить на какие-то блоки, я не знаю, составляющие, на какие-то... Ну, какое оно? Классифицировать, скорее всего, да, потому что мы в данном случае рассматриваем два основных определения, как оружие нелетального действия, оно даже имеет такой термин в российской системе классификации, и на Западе non-lethal weapon. Вот. При этом оно между собой тоже подразделяется как less lethal, да, то есть либо в России это оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения. При этом оно имеет градацию как специальное, спортивное, служебное, то есть много разных модификаций, в том числе и по конструкции этого оружия, по применяемым материалам, по применяемой системе. То есть здесь достаточно широкий спектр. Это и firearms в чистом виде. То, что мы подразумеваем как огнестрельное оружие, да, это и оружие на базе CO2, то есть это уже у нас идет с использованием баллонов со сжатым воздухом. При этом это могут быть стандартные баллоны, это могут быть баллоны, которые накачиваются дополнительно, то есть ассортимент широкий. Это может быть те же самые водометные остановки, они тоже относятся к этому типу оружия. Это могут быть светошумовые гранаты. Это специальные составы липкие, специальные составы скользкие. Это огромный спектр, но мы будем разговаривать именно о том, что имеет хотя бы форму оружия, либо принцип действия именно оружия как такового. Я такой формат предлагаю. Согласен. Давайте, наверное, вначале хотя бы расскажем о том, где оно применяется по основным блокам. Потому что я боюсь, вот уже на этом этапе у нас может быть немножко разное восприятие. В качестве затравки я поделюсь своим видением, как с этим сталкиваются в США. В США, по сути, нет гражданского, ну так условно назовем, резинострельного оружия, потому что юридически, если ты имеешь право себя защищать, защищай себя полноценным оружием, никаких вопросов. Другие категории, вот давайте, у нас есть нелетальное оружие, но оно, как правило, служебного назначения. То есть это для полиции, для того, чтобы в случае каких-то массовых беспорядков его использовать, и избежать ненужных вопросов, так сказать, с летальным воздействием. И есть оружие
так условно назову его, учебно-прикладного назначения. Это различного рода симунишены, force on force и так далее. Вот эта категория. Но они не гражданские, правда. Почему же? Здесь достаточно широкая тема, и я предлагаю все-таки по этапу. Давайте начнем все-таки деление. Первое – это оружие служебное, в данном случае служебное, либо специальное, то, о чем вы говорите, для работы с толпой, для работы с демонстрациями и всем остальным. Если копнуть в историю, то это вот 60-е годы, первое применение, первые массовые беспорядки, вот что туда. Вообще, в принципе, вот этот тип оружия, который использует полиция, он основан в большей степени на кинетическом воздействии. То есть это передача энергии, которая, собственно говоря, передается. Там есть огнестрельное оружие, есть гранаты. То есть много различных установок, лаунчеров, которые позволяют это все делать. Но, опять-таки, это очень большая тема, очень широкая тема. Поэтому давайте мы так по этапу пройдем. Если мы берем оружие, которое используется именно полицией, да, то есть и в нем тоже, начиная от обычных полицейских, постовых, да, которые используют, допустим, те же самые дробовики 12-го калибра, используют бенбеги. Так называемый. То есть патрон 12-го калибра, внутри которого не пуля, а мешочек с дробью. Иракский конфликт первые его месяцы послужили толчком к тому, чтобы это вышло на промышленный уровень. Mm-hmm. То есть если до этого использовать, я еще повторюсь, установки, которые стреляли вплоть до того, что теннисными мячиками, mm-hmm. чтобы как-то угомонить толпу. И в большей степени, конечно, использовали светошумовые гранаты, гранаты с ретантами. То есть, а вот именно... полноценно в промышленных масштабах это было уже позже. Вот, то есть уже запустили эту систему, была выработана и концепция определенная. То есть это не просто кто-то захотел, да, то есть это была государственная концепция, то есть по минимизации этих жертв. Особенно после публикации WikiLeaks, всех вот этих скандалов, да, то есть было принято решение. Точно так же и в полиции. Что послужило основой для введения вот именно этого типа вооружения? Это многочисленные обращения правозащитников, это многочисленные штрафы и иски, которые предъявляли в департаменты полиции, на основании которых было принято решение. Во-первых, тайзеры ввели, то есть это тоже один из основных элементов для следствия. Да, вот. И кроме тайзеров, да. Я прошу прощения, давайте поясним. Просто не все люди абсолютно в теме, что такое тайзер. Потому что многие просто не будут знать. Тайзер – это, грубо говоря, электрошокер, который работает на дистанции. Приблизительно это, ну, где-то около 3 метров. Вот. На эту дистанцию выстреливается 2 электрода, поражая цель. По проводам передается достаточно серьезный электрический импульс, и он блокирует нервную систему, человек обездвиживается, теряется. Но у тайзеров есть нюанс. Первое. Не всегда они могут пробить одежду, не всегда они срабатывают. И немало случаев, когда в человека 2-3 тайзера было выстрелено, и есть нюанс. Плюс. Достаточно была серьезная, так сказать, серия передач либо расследований об эффективности тайзеров против человека с ножом. То есть и эксперименты на эту тему проводились на телевидении, Fox News неоднократно передавала эти репортажи. И вот для примера человек с ножом преодолевал это расстояние быстрее, чем человек доставал тайзер, чем, ну, полицейский, естественно, доставал тайзер, либо доставал пистолет. И поэтому тема увеличения дистанции эффективной стала достаточно серьезной. То есть кроме того, что человек быстро преодолевает противник, еще не факт, что тайзер пробьет его верхнюю одежду, не факт, что электрический заряд пробьет, будет доставлен до нападающего. Соответственно, встал вопрос о том, как и каким способом увеличить дистанцию, на которой полицейский может остановить нападающего. Понимаете, да, о чем я говорю? Я чувствую, что мы сейчас перейдем к следующему вопросу, а мне хотелось бы немножко по тайзерам, так сказать, со стороны зрителей задать пару вопросов. Один из них. Насколько опасно применение тайзеров по отношению к людям с, ну, с различными сердечными заболеваниями? Потому что не секрет, в 90-е там, на постсоветском пространстве был ряд случаев с летальными исходами от обычных электрошокеров. Конечно, конечно. Тайзер – это усредненный продукт. И, естественно, у человека, у которого проблемы с сердцем. Либо есть у него какой-то аппарат, да, то есть, который поддерживает его сердечную деятельность. Плюс дети.
То есть надо понимать, да, мужчина весом там 120 килограмм, на него эффект, и на, простите за нюанс такой, обколотую девушку, которая весит 50 килограмм. То есть здесь есть нюансы, конечно, и вероятность летального исхода достаточно высока. То есть здесь, конечно, были нюансы. Еще, ну, я от себя с технической стороны немножко добавлю нюанс. Это, наверное, особенность, ну, американской практики юридической. Были предприняты особые, так сказать, усилия для того, чтобы каждый случай применения тайзеров был задокументирован, чтобы нельзя было им налево-направо там стрелять туда-сюда, и потом были всякие претензии к полиции. Поэтому в момент, когда он выстреливает два электрода, одновременно с этим выстреливается такое, ну, как бы облако конфетти, таких маленьких обрезочков бумажных, и на них нанесен, ну, там, напечатан номер, серийный номер вот этого выстрела. Да, для чего? Для того, чтобы, ну, перед законом все равны, и полиция тоже за свои действия отвечает. Изгрести это облако и убрать его так, чтобы потом коронер, ну, эксперт-криминалист не мог их найти, это нереально. То есть каждый полицейский отдает себе отчет. По беспределу не получится. То есть придется все равно отвечать, будет расследование, и все будет обнаружено. Итак, переходим к... Мы задержались на тайзерах, наверное, переходим дальше. Я прошу прощения, что отвлек в эту сторону. Итак, я предлагаю все-таки немножечко классифицировать то, что применяется полицией, и начать по калибрам. То есть от малого к большому. То есть минимальный вариант тайзера мы только что обсудили. Это электрошоковое устройство. Теперь идем к тому, что использует именно огнестрельный заряд. То есть это 12-й калибр патрон, внутри которого не пуля, а мешочек тканевый, внутри которого расположен, наполнен этот мешочек порошком, либо дробью. Вот. То есть они бывают в исполнении с ретантами, они бывают в исполнении с дробью, то есть кинетического воздействия. Суть этого боеприпаса не в том, чтобы пробить биологическую цель, а для того, чтобы максимальная площадь этого мешочка при соприкосновении нанесла максимальный кинетический именно эффект. То есть урон, который не нанес бы летальный вред. Ну, то есть, с точки зрения физики, мы передаем максимальную энергию, но без, с минимальным проникновением. Для этого расплющивается площадь, и такой... Да. То есть мы увеличиваем площадь, и вся наша энергия уходит туда. При этом надо понимать, ограничение в принципе, вот такой вот оно в мировом контексте установилось не более 150 джоулей. То есть все это оружие ограничено 150 джоулями. Ну, тут из опыта общения с американскими различными правоохранителями могу добавить, что как сформировался спрос на уход от 12-го калибра, на появление чего-то нового. Потому что часто беспорядки или какие-то там мероприятия происходят в темное время суток, плюс офицеры в состоянии ажиотажа, как их не готовят, есть вероятность ошибочно зарядить летальный боеприпас вместо специального. И поэтому возник спрос, когда департаменты начали обращаться и говорить, дайте нам что-то, что мы в принципе не можем перепутать, дайте нам полностью нелетальное оружие. Ну ты баклажан точно, ты псих. Тебе пора к врачу лечиться. И думаю, русский врач здесь уже не поможет. Согласна. И первым шагом как раз для того, чтобы это не путали, стала, во-первых, цветовая маркировка. То есть подобные агрегаты – это не базовый дробовик, который они используют, а это отдельный дробовик, который входит в состав экипажа на патрульной машине. Они имеют маркировку зеленый, оранжевый, красный, желтый, в зависимости от департаментов. То есть это цевье другого цвета сразу, вот, приклад другого цвета. То есть в обычном варианте, вы, ну, даже в сериалах нередко это показывают, идет полицейский, у него дробовик с цевьем и прикладом зеленого цвета, например. То есть в нем не может быть заряжен боевой патрон. И вот тогда как раз на сцену вышел армейский вариант. То есть это идет лаунчер, уже либо однозарядная переломка, либо барабанный на 4 заряда. Лаунчер – это, ну, гранатомет по-русски будет вот так. Да? То есть это формат подствольного гранатомета, тем более он использует тот же 40-миллиметровый боеприпас, но удлиненный. Лаунчер – это вообще в английском общее слово «запускатель», от слова «лаунч» – «запустить». Да. И применяют... И идут они примерно на уровне ракетниц, потому что часто их продают как для запуска салютов. Даже так. Ну,
те же самые банки там из-под пива, вот пивные банки запускают. Это тоже лаунчер, это такой развлекательный вид оружия. Там, конечно, другой калибр, но это все равно лаунчер. Да. Хорошо. То есть основные два варианта, которые используются полицией, это однозарядная переломка, либо барабанная. Итак, соответственно, по наполнению. Это кинетические заряды, которые с резиновыми пулями, ну, будем называть это с резиновым зарядом. Есть полимерные варианты, это уже армейские, там и дальность другая, то есть, опять-таки, ограничение по применению. Полицейский вариант может применяться от 1.5 метра до цели. Армейский вариант начинает применяться от 15 метров до цели. То есть полимерный заряд, он несет больше энергетику? Да, он жестче. Угу. Он жестче. Вот. Окей. Плюс заряды, наполненные ирритантами. То есть используются у нас CR, CH, CO. То есть это вот различные варианты в зависимости от того, какое нужно воздействие. Ну, тут стратегически есть. С одной стороны, то, что мы подразумеваем, условно назовем, с резиновыми поражающими элементами, это остановить преступника, там, подозреваемого, без летального эффекта. Да. Второе, условно назовем это там черемуха и там слезоточивые газы. Почему черемуха? Потому что, ну, это такой, это советский, может быть, российский термин, но просто это термин, который был связан с тем, что сам по себе газ имел запах. Ирританты СН, да, то есть это его, ну, такая традиция, надо все чем-то называется. И в Штатах так не называют черемухой, я не знаю. Он называется СН в Штатах. Да, и третье, это иммобилайзеры, это различного рода, ну, что-то чаще всего с чем-то типа сетки. Задача, когда не просто вы сюда не подходите, но мы вам еще и убежать не дадим. Да, есть. То есть, когда иммобилайзер выстреливает сетку, человека или двух-трех, там, кто попал, они скованы, их после этого уже вяжут, убежать они не смогут. Да. Опять-таки, это стратегия. Хорошо, двигаемся дальше, что у нас еще? Раз уже мы затронули сетку, есть варианты и специальных струн, которые обматывают ноги. То есть, этот опыт из оружия какого-то вот древних веков, когда... Южноамериканского. Да, стреножили именно животных, есть и такие варианты. Но опять-таки, это не имеет столь массового распространения. В основе, в базе на вооружении стоят вот четыре основных типа, которые мы вот сейчас все пройдем. Итак, значит, 40-миллиметровые варианты исполнения: светошумовые, кинетические, с ирритантами, гранаты. То есть это все вот этими лаунчерами запускается. И опять-таки, это для управления толпой. Дальше уже огнестрельные заканчиваются, и начинаются варианты именно на пневматическая кинетика. То есть то, что работает на сети. То есть есть варианты пистолетного типа, они похожи на пистолет, энергия не такая большая, то есть до 40 джоулей, либо варианты, как Pepperball делает, либо FN. FN-303, по-моему, модель там называется, или FN-300. Да. FN-303, он есть и в варианте пистолета, но он как-то меньше разошелся. Либо есть FN-303 в варианте, это как такой вот, ну, условно, карабин, если так можно назвать. Чем-то напоминает ППШ, ну, потому что магазин с зарядами, он в виде такой вот, ну, как бы барабана. Интересная штука. У меня был некоторый персональный опыт общения с FN-ом, это в 2000, примерно 2005-2006 году, когда они там предлагали их на постсоветском пространстве, и в Киеве, если я не ошибаюсь, какое-то количество их было закуплено. В том числе они проводили тесты, демонстрировали, так сказать, поражающий эффект, причем отстреливалось это и по пластилину, и по желатиновым блокам. Могу сказать, что, ну вот, ну я не знаю, там на где-то там на дюйм, по крайней мере, он при стрельбе там, по объекту в маке, он входит. То есть там такие поражения, в общем-то, ну, не детские получались. И просто, так сказать, ну, из воспоминаний общения непосредственно с производителем, почему они пошли именно на пневматическую схему. То есть там используется баллон с сжатым воздухом. И одна из задач была, чисто юридически от них требовали уйти от 12-го калибра, почему они и занялись этой темой, и они это объясняли. И второе, уйти от огнестрела, когда на некоторых мероприятиях, ну, накладывают ограничения, что здесь огнестрела не должно быть вообще. Ну, есть такие разные по режиму, так сказать, обстоятельства.
Вот так. Так, я прошу прощения, это мои маленькие отвлечения. Но, опять-таки, говоря об Эфене, почему такая мощность? Вроде как 40 джоулей максимум. И скорость у них там 110, максимум до 130 они разгоняются метров в секунду. Но сама пуля, она не круглый шар как таковой. То есть это определенная капсула, внутри которой находится материал там... не помню уже название его, но достаточно такие, ну, тоже дробью, вот, чуть ли не... Там мелкий порошок находится. Да. Вот, но он имеет еще оперение. То есть для стабилизации, для более точного выстрела, там небольшое такое оперение, у него хвостовик, вот, и он за счет этого достаточно стабильно летит. Он летит не быстро, но за счет своей массы, за счет своей площади он наносит, конечно, достаточно серьезный такой вот именно кинетический удар. То есть для того, чтобы как-то себя защищать, там, где ты не можешь иметь огнестрельное оружие, вот именно такие вот системы на базе сжатого воздуха, они очень серьезно достаточно прошли. То есть здесь и Умарекс, и, как говорится, достаточно сильно прошел Бирна, новая компания. То есть набирают популярность, набирают. Вот. Хоть как-то людям себя защищать. Итак, значит, да. По огнестрельному мы закончили, по пневматике тоже. Единственное, еще остается у нас паперболл системы. Это как раз смесь такого, скажем так, маркера, как вот используется в пинболе. Да, то есть он на него похож, тоже работает на сжатом воздухе. И там идут красящие элементы, либо элементы, наполненные ирритантами. То есть это не газ. Это именно в формате порошка. И те же самые, кстати, используют EFN. То есть это шарики 68-й калибр, вот, которые при соприкосновении с целью раскрываются, распыляют порошок и тем самым, собственно говоря, выводят нападающего, либо останавливают его, либо прекращают либо какую-либо деятельность, рассеивают толпу. Ну, либо раздражающего действия, либо есть с несмываемой краской красители, как мы уже говорили. Хорошо. Мы проговорили эти варианты. Есть еще одна тема, когда различного рода симунишины и тренировочное оружие. Да, Это ведь такая область, которая стоит достаточно близко. Коснемся ее? Конечно. Итак, по симунишинам, да, эта тема больше, скорее, спортивная, больше тренировочная. Симунишин – это такое, ну, обывательское название всего класса. Хотя симунишин – это отдельная система, которая разрабатывалась, которая внедрялась. И даже хочу отметить, в России она пыталась найти свою нишу где-то года 3-4 назад, пытались отдельные энтузиасты ее продвигать. Суть в чем? Для того, чтобы проводить тренировки специальных подразделений, для того, чтобы отрабатывать тактики, особенно вот в киллер-хаусах, да, то есть, либо когда идет боевая игра force and force, да, one-on-one. Вот, то тут есть, да. Я прошу прощения, тут важно разделить, потому что я специально задавал этот вопрос, simunition и force and force немножко различают. Force and force – это боеприпас, который позволяет одной группе воевать против другой, ну, в учебном бою, естественно, при защите там лица, шеи, конечно. Каких-то открытых вещей, но поражение не будет летальным, то есть, ну, будет что-то типа пейнтбола, но не из пейнтбольного оружия, а из оружия по всем техническим параметрам, близком к боевому. То есть, там есть варианты М4 карабина, есть варианты там пистолетов, которые это используют. Это force on force, сила на силу. Или, ну, по-русски, наверное, команда стенка... Команда на команду. Стенка, команда стенка на, команду. На стенку, такой вот очень, так сказать, русский термин. Ну, у них есть разделение one on one, вот еще один на один тоже, да, дуэльный вариант. А simunition, если я не ошибаюсь, поправьте меня, это как раз случай, когда по людям стрелять уже запрещено, но предполагается для стрельбы в так называемых киллер-хаусах, это учебные такие помещения, где стрельба в, ну, в close combat, внутри помещений производится. И он опасен уже для человека, но его задача быть не таким опасным, ну, не разнести в пух и прах, так сказать, это строение, сократить бюджет. Вот, наверное, такое разделение. Это, насколько я знаю. Я здесь несу некоторые ясности. Три основных компании, которые работают на этом рынке, наиболее популярные, и те, которыми пользуются и Министерство обороны, и полицейские департаменты, и США, и Канады. Мы начнем считать, да, то есть наиболее популярные это UTM, Ultimate Training Munition, вот, UTM. Они гуру в этом отношении, у них там немножко все глобально.
Следующее. Это Simunition, который использует патроны FX, производство FX. Канада, кстати, по-моему, их производит. Вот, но есть представители США, они поставляют. И новый бренд, который отчасти использует как раз FX, он так и называется Force & Force. То есть это практически тот же самый Simunition. Вот. То есть две основные ветви. Значит, и в UTM, и в Simunition, он же Force & Force, используются специальные патроны с красящим веществом. В любом случае. По воздействию они сопоставимы с пейнтболом. То есть удар сопоставим. То есть по незащищенному участку кожи, естественно, останется синяк, останется гематома. Поэтому средства защиты лица, шеи, они, естественно, должны быть. Как такового запрета в тренировках между Simunition либо Force & Force нет. При UTM, да, там есть чуть-чуть ограничения. Еще что их объединяет. То есть вы можете взять свой Glock, свой М4, вы можете взять свое какое-то, вплоть до того, что если у вас есть пулемет, вы можете взять и свой пулемет. Пулемета у меня нет. Ну ладно. Какие ваши годы? И, соответственно, поставив туда набор Simunition, либо набор UTM, вы можете его превратить в тренировочное оружие. То есть у вас есть ваша арка, у вас есть ваш Glock, вы приходите на тренировку, у вас меняется либо полностью верхняя рамка, то снимается затвор, да, то есть в арке у вас меняется полностью затворная группа, здесь у вас меняется апер, вот, и вы можете использовать то, что у вас есть, но с дополнительным изменением. Естественно, все эти элементы маркируются синим цветом, то есть чтобы никогда не возникло каких-то опасностей. И при этих изменениях невозможно использовать унитарный патрон как таковой. Он просто технически туда не войдет, да? Он войдет. Гляди, пятачок. Ой, выходит, то есть входит. Даже если вы его руками засунете в патронник М4, у вас патронник-то тот же остается. Я завтра попробую. Интересно. Вы берете тот же карабин, но вы меняете затвор. У вас затвор идет с синей меткой. Вот, и там боек не по центру, он смещен относительно центра. И даже если вы боевой патрон туда засунете, он не наколет капли. Угу. То есть тут такой нюанс. Конечно, если вы берете полный комплект, там и свои магазины, в этот магазин вы боевой патрон не засунете. Они укороченные немножечко идут по длине, там вставка идет. Там еще интересный момент с технической точки зрения, вот то, что я увидел. Поскольку по энергетике боеприпас отличается не только по энергетике для цели, но и по энергетике для системы оружия, для перезаряжания там применяются специальные меры. Ряд боеприпасов имеет такую хитрость, он, если так можно назвать, является телескопическим. Когда... Плунжерного типа, да. То есть, когда у него передняя часть гильзы конусная упирается в патронник, а задняя имеет вот этот плунжер, который раздвигает его и создает дополнительный импульс на откат. Здесь два этапа работы этого патрона. Заменяя затворную группу, вы переводите арку в обычный, грубо говоря, вот как 9-миллиметровые варианты на свободном затворе. И этот патрон, да, он часть энергии первично отправляет на то, чтобы выстрелить красящий элемент. Большую часть энергии он как раз направляет то, что да, он раздвигается внутри себя телескопом и перезаряжает затвор. То есть, почему меняется затвор? Не только из безопасности, чтобы вы боевым патроном не стреляли, но, опять-таки, он сразу становится, там нет никаких боевых упоров, нет никакой личинки. Он именно работает в режиме свободного затвора. Иначе невозможно получить автоматическую перезарядку. То же самое на пистолетах. То есть, точно такой же принцип. Раздвигаясь, пороховые газы, часть их уходит первично на обстрел снаряда, часть уходит на то, чтобы перезарядить. И в этом очень большая схожесть с оружием, которое вот в России принято называть травматическим. То есть переводится любое оружие базовое в оружие со свободным затвором. А если мы закончили с, так сказать, с западным или, условно говоря, там, с мировым нелетальным оружием, наверное, есть смысл перейти к тому, как это развивалось на постсоветском пространстве. Слушая историю про то, как
народ покупает резинострельные пистолеты для того, чтобы развлекаться в устранении технических задержек, у меня невольно напрашивается аналогия. Во времена моей советской молодости мужики обычно развлекались тем, что, сидя по вечерам на кухне, разбирали, собирали карбюратор. Сейчас карбюраторами они не занимаются, сейчас они, получается, вот, так сказать, развлекаются в техническом творчестве, отыскивая проблемы в резинострельном оружии и устраняя их. Скорее не отыскивая, а устраняя, потому что искать их не надо. Они сами найдут. Они есть всегда. Да, тут, как говорится, ничего не поверишь. Здесь и отношение. Вот мое отношение как раз к подобному типу оружия, оно и основано на том, что я не могу считать это полноценным оружием. Я не могу считать это каким-то средством самообороны по одной простой причине, что оно нестабильно, непредсказуемо, нет повторяемости, нет уверенности в этом всем. Летевшая в неизвестном направлении пружина магазина полностью исключила возможность дальнейшей эксплуатации. На самом деле ничего страшного с конструктивной точки зрения не произошло. Если зрители хотят продолжения, то мы этот разговор продолжим. И там будет напрашиваться уже, наверное, техническое видео. Если, так сказать, спрос на это будет, если люди проголосуют, ну, как минимум лайками, я не знаю, там, подписками, оставляйте комментарии. На самом деле, то есть вот эта обратная связь, она как-то помогает формировать правильное направление. На этом спасибо. Огромная благодарность. Не так часто женщины бывают у нас на канале. Огромная признательность. Хочется сказать, цветы в студию. И спасибо. На этом прощаемся. Миру, миру, и всем пока-пока. До свидания. Оно пришло ко мне, моя сон.